прохождение Ризена. Мы на канале Акпода. Ехали. Тут, получается, храм зачистили. Достали несколько идолов и нефрит. Вот. Хороший храм был. Всего лишь, получается, два охранника плюс пару крыс завалили. Что у нас, кстати, по славе? Вот 2000 славы. Можно холодное оружие, кстати, прокачать до троечки. Вровень у нас уже идет, так все. Так, а мы идем теперь к этой башне. К этой башенке, в которой находятся грязные воры. Убийцы и твари. Стопудово. Стой! Капушеку? С каких это пор пираты воюют вместе с малунками? Стальная борода. А ты какого черта тут делаешь, старый трухлявый скотоложец? Катаопи. Что он сказал? Я капитан Стальная Борода, парень. И мне не нужно разрешение от какого-то сопляка. Капушеку! Капушеку, бамбуля! Все это добром не кончится, да? Осторожно, старик! Свяжешься со мной, будешь иметь дело с капитаном Вороном! Ворон? Я помню те дни, когда он дерьмо чаек с палубы отскребал. Довольно болтать. Замочим их. Катаопи. Что это значит? Он сказал, сначала убьем того придурка, который не понимает наш язык. Вперед! Ну, он на меня и нападает. Почему Стальная Борода покинул мою группу, а? Урод, а? Ясно. Давайте. Чё он в меня-то кидает, урод? Говнюк. Так, не понял. А где моя слава? Типа она тоже, что ли, от меня? Мы только прибыли и уже по уши в дерьме. Это люди Ворона начали. Ага, и судя по твоим словам, когда тебе было 5. Хм. Ну хорошо, надо поближе осмотреть башню. Так, что это она? Меня отсоединилась, а? Я хочу с ней вообще-то бегать. Я не хочу один сражаться. Меня убьют одного. Так, надо копию найти. Надо найти все копии. С малуков этих. Тут малук где-то. Кусочек золота. Так, вот это стрёмное растение, наверное, какое-то. Боюн. Не. О. Дучок слабенький. Рок и провиант. Да ну нафиг, где золото? Мне надо больше золота, а не провианта. Хотя не, провиант тоже. Так, подсвечники. Провиант. Кубок. Все. Больше ничего тут полезного мы не найдем. Разобьем лагерь у башни. Смотри, что я нашел. Только понюхай. Лучший ром на Токарима. Могу поспорить, его сделал бражник лично. И? О чем тебе это говорит? Ясно же, что они здесь сидят, в ус не дуют и напиваются. Надо подождать, пока они напьются до чертиков, а потом нападать. Лучший способ. Истинное удовольствие наблюдать за ходом мысли мастера тактика. Наглый мальчишка. А почему же их тогда было только 4? Поверь мне, они наложили в штаны, как только увидели меня. Если бы они были подготовлены, тут стояло бы минимум 2 человек.
Тогда за тебя. Твое здоровье. Что будем делать дальше? Ворону помогают несколько дикарей, но это не значит, что он контролирует целое племя. Мы должны выяснить, как велико его влияние на дикарей. Что с защитниками? Возможно, они смогут нам помочь в борьбе с вороном. Насколько я их знаю, они окопались в Фуэрте-Изабелле. Одна вещь меня немного настораживает. Где корабль ворона? Возможно, ворон его спрятал где-то у берега. Может быть. Но есть и еще одна возможность. Если корабль ворона захватила Инквизиция, он стоит на якоре в Пуэрто-Изабелле. Ты думаешь? Что если ворон спрятал гарпун титанов на борту корабля? Тогда он сейчас в руках Инквизиции. Не обязательно. Такой пират, как ворон, знает, как спрятать сокровище так, чтобы его никто не нашел. Ладно, так что же нам теперь делать? Выбирать тебя, но только знай, что это очень важное решение. Либо мы выясним, чем ворон занимается с аборигенами, либо отправимся в Пуэрто-Изабеллу искать корабль. Что ожидает нас у аборигенов? На западе есть деревня, насколько я помню. Но я подозреваю, что так далеко и не надо ходить, чтобы повстречать их. Наверное, сидят где-то в джунглях. Думаешь, они все настроены против нас? Я думаю, нет. Нам бы пригодились их копья и колдовская сила. Но с малуками никогда нельзя быть уверенным. Думаю, не стоит забывать об осторожности. Меня бы успокоило, если бы они были на нашей стороне. Не хочется иметь врага, который может наложить на тебя проклятие. Ворону как-то удалось заключить с ними союз. Если выяснишь как, возможно, и тебе удастся подружиться с ними. И кто знает, может, они еще сделают из тебя колдуна Вуду. Давай пойдем искать ворона у аборигенов. Хорошо. Тогда скажи мне, когда будешь готов. Че, я с ним типа пойду? Я готов. Иди, я за тобой. Вперед, проклятые собаки. Снюхались с дикарями. Это все работа ворон. Так она тоже с нами. Круто. Давай же идем. Курица. Индюшка. Ты индюшка. Золотой клевер. Мешочек с пулями. Отлично. Сырое мясо. Давайте мы приготовим. Ай, блин, не туда нажал. Давайте все приготовим. Нам больше провианта. Погнали. Идем! Да, аборигены здесь, конечно, будут жесткими. А, давненько я не был на берегу меча. Дай-ка подумать, куда идти. Ты уже бывал здесь? Где я только не бывал. Я бы мог часами рассказывать истории о дальних странах. В половину из них ты бы и не поверил. Только в половину? Тихо! Мне надо подумать. Теперь вспомнил. Идем за мной. В ловушку сейчас нас приведет, кстати. Ловушку аборигена. Бедная крыса. Бедная крыска моя. О, гриппоку. Провиант. Давай же идем. Я вспоминаю это место. Есть длинный путь через долину и короткий через перевал. Но лучше идти через долину. А почему не коротким путем? Короткий путь не значит самый простой. Там монстры, парень. Целые толпы. Гнали. Пойдем безопасной дорогой. Так лучше. Иди за мной. Да в смысле? Погнали лучше через вот этих вон потрошителей. О, мечная колючка. Круто. Постоянные действия. Ну, пусть сам этот день сражается с обезьянами всеми. Танцует с обезьянками. Надеюсь, что я с Петти еще побегаю. После него меня не кинут. Так,
за мной. Иди, иди, иди. Я пока тут полазю. Смотрю, грибы, оку, ягоды маки. Давай же, идем. Блин. Идем. Я пират. Я пират. Иди за мной. Хочу сварить зелье. Зелье хочу сварить. Оп. Оп. Вьюн. Давай же, погнали, идем. Вьюн. Дальше. Берег мечей. А, походу, тут реально дофига этих островов будет. Но остров с этими, с карлами, он вроде не такой большой будет. Ух ты, обезьянки. Ну, пусть там стоит, мы тут побегаем с обезьянками, попляшем. Танцуем с обезьянами. Он там стоит, ну пофиг. Урон увеличился реально. Видите, прокачали на единичку холодное оружие, и урон увеличился. Я уже крутой пират. А, пули не. А, фига, 100 золотых монет. Так, а тут у нас что интересно? О, я что-то взял. Я не заметил, что я взял. Может, что-то крутое? Может, это оружие? Ну-ка. Почему-то не может запрыгнуть туда. Так-с. Оп, не хочет. Ну ладно, пофиг тогда. Если нельзя запрыгнуть, значит, нам туда не надо. Значит, там ничего и нет. Идем. Офига, он сюда пришел. Давайте-ка чуть-чуть покушаем. Чуточку, совсем чуточку. Что-то здесь мне не нравится. Мне тоже. Здесь воняет. Наверное, старыми сапогами. Очень смешно. Эти сапоги сделаны из кожи легендарного черного пещерного тролля, которого я сам уложил. Ты уложил черного пещерного тролля? Да, это было давно. И это чистая правда. Не забывай об этом, когда захочешь отпустить свою очередную шуточку. С этой пещерой что-то не так. Посмотри на нее внимательнее. Не хочу, чтобы кто-то напал на нас со спины. Все ясно. А ты что-нибудь знаешь о магии Вуду? Достаточно, чтобы держаться от нее подальше. Знаете, мне интересно, а его ли не Грег зовут? Может, это реально Грег? Дальняя борода. Грег из Готики. Он вполне мог завалить тролля. Так, что-то тут, блин, какое-то место странное с деревом. И тут ничего вообще нету. Вот это мне на самом деле не очень-то и нравится в Ризане втором, что очень много просто пустых таких мест. Могли бы что-нибудь запихать сюда. Так, они не исчезли хоть? Нет, там стоят. Это хорошо. Так, тут обезьян. Ну ладно, пусть там. Хотя можно сюда обезьянку. Привезти. Иди, вали, обезьяну. Я боюсь тут макаку. Не, вот так не надо. Он украл мой опыт. Интересно, они что, типа, меня отсоединились? Или что, блин? Ладно, пусть тогда обезьяна там сидит. Странные люди. Я видал, как у людей крали их волю. Магия Вуду может быть страшным оружием.
Не подведи меня! Ты знаешь, что должен сделать. А что я должен сделать? Просто осмотрись вокруг. Я видал, как у людей крали их волю. Меня сейчас убьют. Магия Вуду может быть... А, сейчас зайду, и меня тут это поймают аборигены, да? Кусочек вот. Смотрись вокруг. Крипок. Или какой-нибудь, не знаю, там вылезет паук, например. Чарлока! Ой, черный перевал. Как их убью? О, ни хрена себе это. А чё меня оставили тут? Вечно прятаться ты не сможешь. Пират. Нормально втроём на меня, на одного. Как я их завалю-то? Да, черт, ни хрена себе. Нафига я улетел. Блин, кто там долбится, а? Учиться долбится. Уа! Что мне делать? Да идите вон лучше этих аборигенов бейте. Они меня стреляют. Вообще нечестно. Типа не я убил, что ли? Снова остался без опыта. Надо, чтобы они отвлекали их. Я валил. Сзади убивал. Без пистолета. Идите. Ваш пират. Ява, ява! Беги, курица! Беги! Беги, курица, беги! На тебе, между ног. Блин, шоколад. Да почему? Да блин, достали они уже. Я же выстрелил, я его завалил. Он должен был, по крайней мере, завалить. Я хочу весь опыт забрать, потому что мне опыт нужен. А вот так вот 100 опыта просто потерять не хочу. Ух ты, блин. Новый свет! На, первый каток. А, блин, да идите вы с этими копьями, а? Где вы их достаете еще? Типа один раз можно копье кидать. Блин. Ладно, сейчас что. Благодаря спану приготовления зелья вы можете варить эффективные зелья из ингредиентов удуйских котлов. А вот. Вуду как раз будут котлы, на которых можно готовить такие зелья. Теперь можно и возвращаться туда. Так, сейчас я построю все, я собрал копья. Ушки. Вот так вот надо делать. Вот. Чтобы остаться при опыте. Вот 1123 опыта. Слава.
Сейчас паук еще вылезет. Иголку так. Вуду нам подарили в качестве знака дружбы. Но это не помешало нам загнать ее одной торговке на Антигуа. Очень по-пиратски. Торговка. Открывается сундук. Карта берега меча. Круто. Я не могу поджарить мясо, у меня его нет. Блин, жалко. Вот есть сырое мясо. Я нашел карту берега меча. О, и руду нашел. Не золотая, видимо. Просто руда. Не, кусочек золота. Так, возвращаемся. Так, смотрим, что у нас тут на карте. Ух ты, ни хрена себе, какая большая карта. Черт. Блин. Примерно как прошлая карта, в принципе. Еще он серии на 8. Я видал, как у людей крали их волю. Магия Вуду может быть страшным оружием. Ты говоришь... Я смотрел пещеру. И? Нашел что-нибудь? Там нет никого, кто мог бы нас преследовать. Хорошо. У меня такое ощущение, что нас здесь не очень-то ждут. Это ворон. Дикари кормятся из его рук. Не стоит терять времени. Пойдем дальше. Вперед. Петти снова становится моим другом-спутником. А вот как раз обезьяна эта. Вонючая обезьянка. Идем! Ой, прыгал. Шикарно. Да, блин, конечно, тут... Карта довольно-таки большая получается. У меня, наверное, единственная будет большая карта. Потом будут уже поменьше мелкие, скорее всего. И он нам главное зачистить. Я что-то видел вон там. Что такое? Наверное, это пантеры. Чертовски неприятные твари. Понял, мы будем охотиться на живца. На живца? Это что еще такое? Ты пойдешь туда... И покажешься этим тварям. Когда они на тебя нападут, заманишь их сюда, и мы их вместе прикончим. Понимаю, я, значит, живец. Почему, собственно, я всегда должен идти вперед, когда что-то чертовски неприятно? Потому что ты не капитан. А теперь хватит ломаться, иначе мы тут с тобой корни пустим. Я посмотрю, что могу сделать. Ты справишься. Не охренели вообще, постоянно уходят. Только за твой счет, старый пердун. За ром и за золото! Пускай текут рекой! За это... Это обезьяны другие, встретят. Шимпанзе. А! Вот они кидаются, блин, кокосы. Бананы-кокосы. Сейчас выстрелит и убьет моего шимпанзе. Амарин. Обезьяны. Да, сильные обезьяны какие пошли. Только за то. Че, где пантера? Обезьяны просто. С обезьяной-то я легко расправлюсь. Орангутаны, это, конечно, блин, полная жопа. Ну, когда их дофига. Так.
что тут ничего нет. Что мы в этих джунглях забыли? Ух ты, блин, тоже кидаются кокосами. Или пометом. Ух ты, блин. Музыка из Наруто, блин. У нас там слава 1762 уже. Так, хорошо, идем. Где пантера? Я что-то не помню. Сказал мне пантеру надо какую-то. Оп. Вроде реально из нефритовых этих можно делать. Ну, что-то типа рун магических, вроде как. Ну, типа там талисманы какие-то, из которых... Которые используются как магия, типа. Поэтому-то они такие идолы дорогие. Если ты хочешь играть за мага, то их вообще вроде как продавать нельзя. Не стоит, потому что тебе придется потом тратить очень много голды, чтобы купить новые. Так, что я тут уже сколько прошел, где тут эта пантера, я не вижу. Какой-то, блин, червяк он. Термит. Ну что, про термита имел в виду? Термит воин. Тут, блин, что-то. Только за твой счет, старый. Саром! Нападайте на него. Ваш ура. Сейчас выстрелит. Да блин, ты чё ты, блин? Раньше бы выстрелила. Либо мне сейчас стрелять, просто по ним добивать. Во, молодец. Давай, бей. Не, блин. Ой, вообще. Серпик какой-то. Серпик. Так, никуда идти-то? Сюда, что? Да, куда идти-то, я что-то только запутался. Только за твой счет, старый пердун. Да? Саром, и за золото! Сюда или туда, или куда? Куда мне идти? А вот зачем меня отправили вперед. Я не понимаю, какая пантера, где она? Блин, твари тут. Миты, блин! Еще стреляют каким-то говном зеленым. Нефритом. Блин, я сейчас убью. Рвутся говном. Ты вернись, урод. Я здесь. Уродиска. Убрайся, подонок. Насруто. Я сейчас насруто сделаю. Где мы эти помощники? Чё они меня оставили? Блюдки. Рады. Опа. Корсар, блин. Как же так делать, чтобы меня не убили?
Термиты сраные. Вы не добейте, пожалуйста. А, больно. Пистолета. Пистолета. Что выстрелили тут сделано? Нахуй. Мой опыт. Сколько у меня там? 35 пуль, нормально. Я так и не понял, где эта пантера. Мне сказали, какую-то пантеру найти. Кстати, мы знаете, что можем сделать? Мы можем зайти перед мечей аборигены. Мы не можем. Что, мы не можем? Что? Метить на карте. Стальная борода. И чё? И с ним поговорить надо? Только за твой счет, старый пердун. Обезьяны. Пантеры мертвы. Ты посмотри, какие здоровые. Неудивительно, что они такие злые. Это обезьяны. Я знаю, что дикари как-то умеют делать так, что обезьяны их вообще не замечают. Хотя тут, вероятно, дело в родственной близости. В любом случае, нам они больше не помешают. Ты прав, идем дальше. Недолго осталось. Надеюсь. Или не зря, походу, этих гасил один. Или нет? Куда он идет? Куда борода нас ведет? А, ну да, он в другое место ведет, так что нормально все. Термитов хотя бы завалили вместе. Так, что у нас там? По славе, 2000 славы. Очень славно. Будем, короче, качать, наверное, выносливость сейчас на максимум. До 6. Вот. Чтобы научиться варить перманентные зелья. Ну или алкоголь, там не знаю, как это правильно. Алкоголь, наверное, перманентный. Будем готовить перманентные. И то там нам еще, наверное, нужны тут рецепты. Вот рецепты я не знаю, где сказать. Это без понятия. Ладно, вон, кстати, пойти за нами хотя бы бегать. Можем тут немножко побегать. Пофармить что-нибудь. Ну, кстати, реально, мы уже к этим аборигенам идем. Не где-то тут. Тут крокодилы, аллигаторы должны быть вроде как. Где-то тут должны быть в воде аллигаторы. Аллигаторы. А эти уроды, они копиями аллигаторов сносят. Вроде как. Я говорю, сейчас аллигаторы нападут и все. Аллигаторы здесь довольно мощные соперники. Ну как, ягуары. Такие же. По силе. Довольно мощный гад. Я потихоньку начинаю вспоминать это место. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Иди за мной. О. Что на него аллигатор нападет? Стопудово. Ловушка какая-нибудь сейчас вылезет. Интересно, борода сможет завалить аллигатора? О, видите, чувак? Охотник на аллигаторов. Не, воду доплывает. Так, этот чувак, пусть там борода стоит. Сейчас тут немножко побегаем. Но это добрая девка. Блин. Эй! О, Гуччо! Гуччо. Хорошая добыча. Она пока не разговаривает, потом начнет болтать с ним. Вроде далеко заходить нельзя. Тут реально аллигаторы могут вылезти. Сожрать. Золотой клевер. Крокодайла.
Где крокодайла? Девушка, крокодайлы. Что-то как-то не вижу этих аллигаторов. Где они? Я помню, здесь были какие-то аллигаторы, блин. Давай же идем! Там на другой стороне реки живет племя. Надо быть осторожнее. Кто знает, где могут прятаться эти дикари. Вперед! Я слышу, блин. Как будто бы что-то слышу. И чё? Ну вот мы и пришли. Мы не сможем подойти ближе, не будучи замеченными. Отсюда тебе придется идти одному. Я не хочу, чтобы кто-то из людей ворона узнал старика стальную бороду. Я займусь этими ребятами. Ты будешь воевать с целым лагерем? Попробуй с ними сначала поговорить. Ну ладно. И помни, что мы не знаем, как ворону удалось привлечь их на свою сторону. А ты что будешь делать? Меня ждет важная миссия. В лагере вроде бы был бочонок рома, который никто не стережет. Да уж, ты времени не теряешь. Видишь, теперь у тебя и у меня есть важные дела. Сообщи, если что-нибудь выяснишь. Куда он собрался? Возвращается обратно на склад, к своей бочке рома. Отлично. Может быть, это наш шанс? Что? Ты немного туповат. Но это очень мило. Очень смешно. И что дальше? Когда он напивается, он становится очень разговорчивым. Если в нем будет достаточно рома, может, он расскажет тебе, на каком острове зарыто сокровище. А ты со мной не пойдешь? Нет, это мужская работа, но у нас, к сожалению, есть только ты. Надеюсь, ты справишься. Пока. Просто осмотрись вокруг. Да, пошла, иди сюда. Блин, куда нас валили? Зашибись, меня одного оставили. У нас там по времени, еще времени дофига. Где это племя тарантул? Племя тарантул. Блин. Пытали хоть какого-то помощника, что ли? Небольшого, который агрил бы хотя бы... Ай, одну обезьянку на себя, да? Ну же есть там какая-то команда. Будет. Команда по вызову. Друзей. Блин, еще темнеет, ни хрена не видно ничего. Племя тарантул находится вот там, где вот круги каменные. Туда и пойдем сразу. Может, я там найду себе друга, аборигена. Конечно, я сомневаюсь в том, что это будет отлично. Смотрите, какие-то, блин, папуасы. Так, у этих папуасов тут, возможно, есть какие-то, видите, плюшки. Нефрит. Они очень ценят нефрит, кстати. Из нефрита много чего тут делается. Я надеюсь, я смогу нигде не здесь поспать еще. Вон еще папуасский гвалт. Сундучок. Кусочек золота, блин, спасибо. Офигенный. Офигенная плюха. Дальше нам типа не пройти. Так. Ну, сейчас будем аборигенам помогать. Вот. Племени таранту. Много, в принципе, у них заданий разных. Вот. Ну, скажу честно, до них я не доходил во второй раз, когда я проходил, пытался пройти игру.
Вроде даже до этого острова ты не доплывал. Не успел доплыть. Там еще какой-то сундучок. Может, тут, кстати, будут крокодилы Данди. Крокодилы Данди. Так, оп, нет. Так, так, нет. А, блин. Так вот. Так вот, так. Слишком чувствительная мышка, кстати, в игре. Очень чувствительная какая-то. Сверхчувствительная. Гриппоку. Ну, тут, возможно, какой-нибудь крокодильчик живет, да? Слышите звуки? Слышите звуки? Нападут на меня, сожрут меня. И все. Не, точно помню, что где-то тут растение крутое должно быть у них. Где-то у них должно быть крутое растение. Не помню, с какой стороны именно. Может, даже тут, на островке. Типа вот этого колючего стальника, или как он там назывался. Что-то наподобие. Так, ладно, здесь не будем бегать. Мало ли меня реально крокодил сожрет. Аллигатор. Аллигатор Джек из Готики вылезет, если сожрет. Так, а там внизу что? Там внизу у нас. У нас там внизу. Непонятно что, но нам туда надо будет потом попозже. Там какие-то обезьяны. Ладно, давайте сходим к этим папуасам все-таки. Темно, ни хрена не видно, вам тоже тем более ничего не видно. Вот. Наша задача в том, чтобы попасть в их храм, обокрасть его, сказать, что я друг. При этом все. С этим чуваком можно поболтать, он нас должен пропустить. Возможно, нас пропустят, если ему дал идол, вот который мы взяли, вот этот зеленый с нефритовый. Можно только с ним нас пустят. Смотрите. Я точно не помню, но... Капушеку, чего ты хочешь? Тебя ворон к нам прислал? Ты знаешь ворона? Глупый Гучо. Морской ветер выдул тебе все мозги. Конечно, я знаю капитана ворона. Я Тонга Шаганумби. Теперь говори, тебя прислал ворон? Нет, но я его ищу. Щеку, его здесь нет. Почему ты его ищешь? Мне нужно его оружие. Оружие против титанов. Тебе нужен Шигоку Кива? Это слова безумца, Гучо. Рада, Гучо. Теперь мы будем драться. Так мы выясним. Ты издеваешься надо мной, урод? Я думал, он у меня идол попросит просто. У ёлки зеленые. Ладно. А! Куча. Квест выполнен. Племя шара... Шародила-поводила. Ух ты! Не завалил. Сейчас убьет. Так, сейчас мы еще разочек с ним подеремся. А, блин, да хватит меня стрелять уже. Я тоже умею стрелять. Вот так, неплохо. Вот, а. Да уйди ты, блин, со своими копьями. Бамбуча. О, видали, я мог это парировать. Так, о. Понялся. Масару. Убандила, блин. Ходить нельзя, он начнет копии кидать. Вот, сохраняемся. Она уродится. Крутись давай. О, молодец. Масару. А, на, по ноге.
А не, я не по ноге попал. Заудил вашего масса. Видали? Дев, теперь вы мои, да? Слинг. Бурака. Ну-ка, ты ананас на голове. Хитрый Гочо, ты сильнее, чем кажется на первый взгляд. Бой окончен. Ты можешь пройти. А что ты хочешь? Иди, яло, яло. Блин, я думал, он меня реально пустит только с идолом. Может, я с чем-то перепутал? Кто это? Ну и ну, у нас тут малыш пират. Ты не один из нас. И что же молодой пират делает в таком неподходящем месте? Я ищу ворона. Значит, тебе повезло. Я из его команды. Ну, так что тебе от него надо? Что ты знаешь об оружии ворона? Давай-ка я объясню тебе две вещи, пират. Во-первых, капитан ворон, будь повежливее. И во-вторых, ты что-то слишком много вопросов задаешь. Капитан поручил мне следить, чтобы тут не было беспорядков. Поэтому, если устроишь тут беспорядки, я тебе череп раскрою. Понятно? Многие пытались. Хорошая добыча. Дали? Я обязательно должен поговорить с вороном. Я сказал с капитаном вороном, парень. Имей хоть толику уважения. Последнего такого не вижу. Я отдал на растерзание гориллам. Да. Отведи меня к нему, там все и выясни. А ты никак не уймешься. Значит, тебе очень надо к капитану? Да. Ну что ж, парень, чтобы что-то получить, надо сначала поработать. Зачем тебе малутки? Они снабжают нас едой, плоды и мясо. И собирают все, что может понадобиться нашим людям. И что же? Ценных идолов, жертвоприношения, вот видите, золото, которое они намывают в реке. И все это мы потом относим в храм земли. Все попадает в храм земли, ты уверен? Капитан Ворон там, вместе с Чакой Бакиром. Ну, возможно, я и осматриваю добро перед тем, как Джим его переносит. И отщипываешь себе кусочек. Ха-ха-ха, ты понятливый. Вы используете малупков? Конечно. А что это ты заволновался? У тебя что, доброе сердце? Или... А-а-а, ты влюбился, верно? Втюрился в молоденькую дикарку. Да, вообще милая дикарка. Но мы тут работаем, а не развлекаемся. А я тебе для чего? Эти бабенки хоть аппетитные, ужасно медленные. Уже несколько дней мы не видели ни крупицы золота. Кто-то должен надавать им по их милым задницам. Ого, это я буду. Это буду я давать. Давать по заднице – это мой конек. Но будь осторожен. Не вздумай их бить, а то тонко взбесится. Нет, не понимаешь, пират. Теперь это твоя проблема. Делай, что хочешь. Главное, принеси мне все, что надо. Тогда я расскажу капитану, что ты способный малый. А дальше посмотрим. Согласен. Я займусь отправкой груза для капитана. Отлично. В общем, первым делом иди к собирателям. Они собирают разные припасы для босса. Я думаю, видели. Потом пойдешь к Капу и заберешь идола, которого она для меня должна была сделать. Капу? Кто это? Ведьма Вуду. Ее хижина рядом с алтарем. Все ясно. Скажи мне, как попасть к капитану Ворону? Тебе? Никак. Он приказал убивать всякого, кто приближается к храму. Всякого? За исключением Джима и меня, конечно. Если меня облажаешься, я твой кута с банановой кожурой обмотаю и мартышек позову. Мартышек. Смотрите. Курица тоже станцует. Чего это ты вытащил оружие? Капо, оно мило, Гучо. Да что ты... Бай-бай, Гучо. Я тонко накутал. Бакир выбрал меня для охраны Шаганумби. Ты от ворона? Шановал один друг. Тогда ты друг. Я пришел для переговоров. А, ты пират, не солдат. Мы рады тебе, если ты приносишь нам золото и не приносишь войну. Сколько воинов сейчас у храма земли? Ты из племени ворона.
значит, сам выяснишь. Я тебе скажу лишь одно. Не ходи к храму земли. В джунглях сейчас полно тонкара. Они убьют тебя без колебаний. Они на любого нападут или только на меня? Они пропустят Джима, когда он понесет передачу для храма. Тебя они убьют. Ого. Что мне нужно знать о деревне? Храм предков табу. Только Кики и Чакабакир могут входить туда. Если хочешь драться, подожди, пока против тебя не выйдет Тонка. Драки тут в порядке вещей, я так думаю. Тонка не знают боли. Если хочешь, могу тебе это доказать. Можешь говорить и торговать с женщинами. Но не более Джики-кики, того. Что иначе ли? Познаешь наши копья. А что это за передача? Оно палаве гучал. Палавер? Болтовня. А что значит оно? Нет. А, понял. Хватит болтать, так? Точно. А, понимаю. Покажи мне пару трюков. Каких трюков? Приносить резанные раны. Две выносливости. Может, прокачаем? У меня недостаток. А, у меня нет золота вообще. Джики-кики. Да вам плевать на этих куриц. Я все-таки завалю их. Плюс я тут полазил в сундуках. Кого не видите. Ух ты! Алхимик какой-то живет. Так, давайте поспим, кстати. Давай до утра. Тут что-то темно как-то, ничего не видно. Джунгли тут всякие. Блин, еще пошел дождь. Нормально. Вот тут можно поспать на открытом воздухе. Прикольно. Вьюн. Что-то там Вьюн. Вьюн. Улеле, улеле, пират нести золото. Тавуле. Это на алхимик, да? Табу, что? Улеле, ты давай мне золото. Я тебе хорошие вещи. Улеле, знак дружбы пирата и Шаганумби. Вот это Шаганумби тут, конечно. Какие товары ты можешь предложить мне? О, на Пасаве. У меня не так много. Все собирают для ворона. Больше тут взять нечего. Улеле? Улеле. Смотрим, в общем, нефрит, перья, череп обезьянки зачем-то, черный леандр. Ну-ка, крутых нет? Мушкеты, воровство, зелье вора, кстати, видали? Прикольно. Так, у меня есть меч офицера. Почему я ношу меч офицера? Я же менял меч, не? Ну-ка, стопэ. Ну, кривая сабля, да? А, во, есть пиратская сабля. Рубящее оружие плюс 15. Пиратская сабля, вот, оп. Ортик. Сабля обычная. Это все стрёмно. Стремота. Улеле? Улеле? Так, улеле. Это все продаем вообще? Что мы заработаем голды? Улеле. Так, пистолеты 20. Блин, я даже не знаю. Как бы пистолет получше тем, что тут плюс 20, а тут плюс 15 к пистолетам. Мне кажется, они одинаковые так-то. По сути, они одинаковые. Кольцо вора 2. Наверное, одно можно продать кольцо. Все равно мы 2 не сможем никак носить, да? Геройская трава. Так, вот эти штуки продаем. Золотое блюдце. Тетка обезьяна. Чаша, подсвечник. Кубок. Вот идолы надо оставить. Потому что вроде как они нужны для чего-то.
Что вы будете делать с золотыми монетами? Мы пожертвуем их предкам, чтобы нас защитило их благословение. Делать ничего. Нелепая трата. А зачем вы собираете для ворона? Шаку? Ворон приказывает. А вы делаете все, что он прикажет? Чи, Чи. Чака Бакира решил, и все следуют его мудрому решению. Только Чани, дочь Бакира, против. Она упряма, как кабан. Почему она против? Почему? Ты слишком много спрашиваешь. У Чани будь моим другом. Иди поговори с Чани. Я могу тебе помочь? Я должна собрать жертвоприношение. Канадикту. Кана что? Снова какой-то хлам для передачи ворону. Вовсе нет. Это Канадикту. Жертвоприношение наших семей. Здесь, в деревне Канадикту. Ага. Хахи, ты не знаешь Канадикту? Да нет, вообще-то. Я тебе покажу. Но только если ты принес жертвоприношение. О, давай, показывай все Канадикту. Я бы посмотрел. Ну хорошо, я пособираю твое жертвоприношение здесь, в деревне. Ну, для твоего... Канада что-то там. Канадикту. Да неважно. Чи, Чи, Тавонга пират. Покажи свою Канадикту. Кто тут в деревне занимается жертвоприношением? Чани, дочь Чаки Бакира. Да. Накуту, главный воин деревни. Да. Старик Тонка, Ранапири и Самир. Окей, постой-ка, Самир? Да, страж нашего храма предков в задней части деревни. Разумеется, я с удовольствием сыграю для тебя обезьянку. Чи, я тебе тоже крайне благодарна за это. Могу себе представить, ведь тогда тебе не придется этого делать. Шеку? Да ладно, уж как-нибудь справлюсь. Тавонга, Канадикту уже очень близко. Да ладно тебе, скажи, что такое Канадикту. Что-то очень красивое, тебе понравится. Ну да, конечно. Я тебе покажу, когда получу жертвоприношение. Не раньше. Как ее зовут? Бадри... Бадрия. Так. С Бадрией. Так, с этим мы, типа, общались, да? А у тебя, случайно, ничего нет для Бадрии? Почему ты спрашиваешь, Гуча? Потому что она меня прислала. Мне надо собрать для нее жертвенные подношения. Зачем ей это? Ты тоже пойдешь на Канадикту? Я даже не знаю, что такое Канадикту. Ха-ха-ха, ты не знаешь и все равно собираешь дары для Бадрии? Но я не смог ей отказать. Ха, ну тогда ты получишь, что ищешь. Вот бери, друг женщин. Что приношение? Вот же. Эй, у тебя случаем нет с собой рома? Случайно. Вот, сделай хороший глоток. О, дружище, ты мое спасение! Эти мамуки не знают рома. Каждая бутылка для меня ценный подарок. Можешь сделать меня хорошим вором? Без проблем. Почему ты здесь? У нас со Сликом приказ. Мы должны присматривать за малуками. Капитан хочет быть уверенным, что здесь все будет тихо. Кроме того, надо подкармливать парней у храма. Так что я тут еще и за мальчика на побегушках. Я могу передать посылку к храму за тебя. Да нет, не надо. Капитан снимет с меня шкуру, если узнает об этом. Когда в следующий раз пойдешь к храму? Сначала надо собрать достаточно всего. Но до тех пор я еще отдохну. Ты же здесь уже довольно давно. Расскажи мне о Шаганумбе. Ну, если поделишься ромом. Ну хорошо, вот тебе еще. О-о-о! Забористая штука! Ну, так что ты знаешь? Ну, в общем, есть Тонка, это воины, а еще есть Туфас, это охотники. Ну, вроде так. Понятно. А в чем разница? Туфас — это молодые дикари, охотники. А когда охотнику удается уложить большого зверя, он становится Тонка, воином. Переходный ритуал? Во-во! А над ними, над всеми, находится Чака, то есть вождь.
А что насчет женщин? Хочешь покувыркаться с девчонкой, а? Выбирай тех, что собирают фрукты. И держись подальше от других женщин, от Кики. Почему? Джики Кики нельзя. Это ведьмы. Напустит свою вуду, твой маленький дружок и отсохнет. Что происходит в храме Земли? Капитан Ворон и другие малуки хотят вызвать гнев предков. Я уже многое пережил, но скорее я буду драться с Инквизицией, чем приму участие в этом поклонении вуду. Расскажи, что ты думаешь об этих... Кики? От них стоит держаться подальше, иначе мигом превратишься в жабу или еще что похуже, особенно от Чани. Она на тебя наведет проклятие, а ее папаша-вождь отрежет твои причиндалы. Ну, на вид она довольно-таки ничего. Будешь на нее пялиться, лишишься последнего глаза. Пиратов она за людей не считает. Особенно с тех пор, как Ворон дал понять ее отцу, кто тут распоряжается. Туфас. О молодых дикарях? Да особо и нечего рассказывать. Тут как на корабле. Капитан приказывает. Старики вступают в дело, когда становится жарко. А молодняк выполняет черную работу. Например, бегает по поручению. Очень смешно. Но ты прав. Капитан с этой работой перегнул нас через бочонок. Но это все равно лучше, чем жить без рома. Тонко. Бакир отправился с ними к храму Земли. Но есть и те, что бродят где-то в джунглях. Этим лучше не подходить. Пиратов они недолюбливают. Выучи меня на хорошего вора. У тебя золото есть? А то ничего показывать не буду. Самым лучшим вором. Нет, сейчас не могу стать самым лучшим вором. Увы. Я могу стыбзить тут-то. Какую-то хрень, да? О, карта сокровищ Джима? Ой, зашибись. Знаете, как найти клад Джима? Смотрите, берем так вот, оп. Сокровище Джима. Вот, сокровище Джима. Легко и просто, да? Так, плохой он вор. Так, с кем тут можно еще поболтать? Можно поиграть. Если облажаешься, я твой удаст вам... Так, о, растение. Иди, ялло, ялло! Так, кто еще хочет со мной поболтать? Ога, пират! Я Ранапири, Тонка Шаганумби. Че? Ты много путешествуешь? Можно и так шоколадка. Сказать. А ты не видел брата Тагану на своих путях? Нет, я его не видел. Он пропал? Чани, дочь Бакира, дала Тагане задание. Он уже давно ушел. Я буду посматривать по сторонам. Я надеюсь, он найдет дорогу назад в деревню. Отлично. Еще одну вещь я не совсем понял. Давай свои вопросы, Кучу. Не, ладно, не хорошо, надо. Я думаю, на первое время достаточно. Чи. У тебя есть снаряжение для охоты? Оно у Еле, пират. Поговори с Капуа. Она даст тебе то, что нужно. Она мне точно не даст оружие. Ха. Кучо не получит от нас оружие. Да ладно тебе. Я такой же сильный, как Тон. Тогда докажи мне, какого зверя ты убил. Ну так, парочка. Иди и дерись. Убей. Делегатора убить, наверное. Я убью для тебя зверя. А я подожду. Красная бесть. Бадрии нужны ее жертвенные подношения. Канадикту? Да, точно. Она послала тебя. Да, точно. Тогда так, точно. Я дам их тебе. Вот они. А если нет? Где мне найти опасного зверя? Я бы на твоем месте пошел вверх по реке. В этой реке полно опасностей. Но хорошо подготовься, иначе тебя съедят, Гучо. Мы посмотрим. Так, ладно, я понял тебя. Так, нужно теперь тыбзить.
вас тут есть канадикту? Или яйцо Бенедикту? Есть? Бенедикту. Яйцо Бенедикту. Шерсть кабана. О, как мне добывать шерсть? Я хочу научиться добывать шерсть так-то. Канадикту. Вот, наверное, чайни, не? А нет, это не чайни. Тут как-то видно. Лицо я не алхимик. Вот, видите, я не алхимик. Оно палавер. Молчи, пират. Я вижу, вижу. Твое будущее в темноте. Ох, множество опасностей ждет тебя. Кровь и смерть. Все как всегда. Не бойся. У меня есть то, что тебе нужно. Возьми амулет зверя. Он остался от предков. Носи его, и он принесет тебе удачу. Удача мне понадобится. Это правильно, пират. Крысиный хвост принесет тебе удачу. Крысиный? Ты даешь мне амулет из крысиного хвоста? Не пренебрегай им лишь потому, что крыса мала. Амулет крыс. У тебя есть еще амулет? Нет, Гучу. Если тебе нужны улели, иди и поговори с Капуа. Я еще учусь. Капуа многое знает об амулетах. Можешь научить меня вуду? Нет. Капуа ввел запрет на то, чтобы Гучу обучались вуду. Только когда Капуа будет согласен, я смогу обучить тебя. Не принь... Оно палавер. Жалко. Я тебе уже жертвоприношение тут сделал. Так, мне что-то непонятно одна вещь. Алхимия качается на вуду, что ли? История могущественное проклятие, изготовление талисманов. Вот, приготовление зелий. Блин. То есть я зелье могу приготавливать только с прокачанным вуду. Оно палавер. И сколько мне надо? 6 вуду. Капуша. Что-то как-то не по плану все идет. О, Гучи, ты пришел к Кики племени Шаганумби. Тебя не предупредили? Предупредили? О чем? О нас. Мы ведь ведьмы вуду. Ну что, такие ведьмы? Ну ничего, как-нибудь переживу. Проклятье вуду сильнее всего остального. Вуду — это большая сила. Тогда я надеюсь, меня ты пощадишь. Слику нужен идол для ворона. Чи, он почти готов, но не хватает самого Фрита. Важного — сердца. А, и что? Мне его что, у себя вырвать? Глупый Гучо, это кукла. К чему ей настоящее нужно. Сердце? Сердце вот, и душа куклы. Это нефрит. А, куклы тут делать надо. Его знает, где его найти. Но ты должен защитить ее, иначе пострадаешь сам. А если я дам тебе вот такой камень? Нет, пират. Нужен необработанный нефрит. Иначе... Нет силы. Посмотрим, что я смогу сделать. Давонга, пират. И будь осторожен. Хикоко что-то там напророчествовала мне о крови и смерти. Она Кики, но еще совсем молодая. Давай-ка я попробую. Хорошо. Напророчествуй мне что-нибудь. Ты... Тива Умбара... Ты... Отмечен твой глаз. Тебя коснулись тивы. Ты можешь это видеть? Не своими глазами. Дар предков позволяет мне это чувствовать. Китивативамбамара. Мара появится, и за ней придут существа из глубин. С одним из них я уже повстречался. Будь бдителен. С тобой дерутся не только лишь мертвые. У них есть союзники и среди живых. Я смогу за собой последить. Защищай тех, кто тебе близок. Есть.
Так. Ты можешь мне помочь? Это существа из глубин моря. Но чтобы тебя убить, они и на сушу вылезут. Какие радостные вести. Тебя прокляла магия Вуду. Поэтому Вуду сможет и защитить тебя. Я варю могущественные зелья. Используй их в своей борьбе с утопшими. Можешь научить меня Вуду? Мы научились этому темному дару от самих предков. Нам запрещено делиться этими секретами с другими. Если я возьмусь учить тебя, я умру страшной смертью. Тогда, наверное, не стоит. Я смогу обучить тебя только когда предки будут благосклонны. Давай поторгуемся. Так. Чертеж нефритовой серьги. Костяного кольца. Куклы проклятий. Это бутыль воспоминаний. Вот, за 2000 бутыль воспоминаний. Культ мертвых плюс 10. Ну, я не вижу в этом пока смысла покупать. Ну, потом как-нибудь куплю. Когда будет много золотых. Так, амулет, видимо. Ритуал. Черная магия. Куклы Вуду. Так, ладно. Думаю, на этом сейчас будем заканчивать уже. Так, что-то я хотел посмотреть. Тут брать, тут брать нечего. Ну, ничего. Дол. Поган. Полезное. Так, снаряжение. Амулет какой-то. Крысы. Броня плюс 2. Че хрень купил какую-то. А, мне, кстати, амулет броня плюс 5. Так, а тут ритуал броня плюс 2. У меня амулет удачи нормальный так-то. Серьга. Прочная кожа. Краснобай. Давайте на прочную кожу возьмем пока что. Ой, серьга на грязные приемы. Так, а что еще? Кольцо. Ну, кольцо у нас это нормально. Воровство, кстати. Сейчас, ну-ка, посмотрим, сколько у нас тут требуется. Уже здесь, где мы не могли сундук-то у нее открыть? Сколько там требовалось? 60? А, ну, блин, тут еще десятку надо поднимать. А Вуду я не имею понятия. Торгую. Наверное, мы на этом закончим. В следующей серии продолжим. Всем пока, удачи. Туда крысу звоним. Всем пока.